Куда сбежать от суеты, бессмысленной и бесконечной, от дней пустых и быстротечных, от бесконечно мытой, от мимолетных «да» и «вроде», от навсегда на 5 минут, от тех, кого так долго ждут, и тех, кто вместо них приходит. Как уберечься от невзгод, которые макают сердце в сосуд для соли и для перца, приоткрывая хищный рот, когда прощаются, любя, сказав «отныне и навеки», лишь от того, что манят реки водой, негодной для питья? Куда сбежать от указаний, от громких пауз, тихих фраз, от дураков со сводом правил, капризов, выходок, проказ? Пока дышать не перестану, прошу немного, без затей, возможность думать мне оставьте и обнимать моих детей. Какими мы были прежде, мы больше уже не будем. Нам легче поверить в сказку, чем душу открыть людям. Ходить научились, петляя, и разучились прямо. И сыпет на нас небо тревожные телеграммы. И сыпет на нас небо тревожные телеграммы. Мы вновь провожаем любимых до первого поворота и носимся, как шальные, с теми, кто не в одни ворота. Все ценное, безусловно, давно заключили в кавычки. Покинутый дом нам заменяют вокзалы да электрички. Покинутый дом нам заменяют вокзалы да электрички. Года разменяли десятками, второй, третий, четвертый. Также не знаем Бога, а боимся кого, черт. В той войне калорий и грамм все равно победит вес. И вроде бы все 8 раз отмеряем, выходит кривым разрез. И вроде бы все 8 раз отмеряем, выходит кривым разрез. Бессмысленный круговерти, а что нам с тобой, мой друг, остается еще?